люди не знают, каким вы были раньше. Разрешите себе быть другим. Давайте преодолевать свой страх общения. Сначала вам будет казаться, что у вас много задач вокруг. Мысль, которая записана, она обязательно реализуется. Не бойтесь говорить о возникших проблемах. Я хочу вам предложить забыть свои школьные комплексы. Стать таким, каким вы мечтали. Рада приветствовать вас в стенах Московского городского педагогического университета. Меня зовут Челышева Юлия Вячеславовна. Я кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог Центра STEAMS образования и профессионального развития «Моя карьера». Еще пройдет немного времени, и вы станете студентами нашего университета. Студенчество – это прекрасная пора в жизни, яркая, насыщенная, интересная, но не всегда простая. Для того, чтобы вам было легче адаптироваться к условиям жизни студента, я хочу порекомендовать вам несколько советов. Первое, с чего я хотела бы начать. Давайте вспомним вашу школу. Пока она еще очень близка. Вы только закончили экзамены, вы только получили аттестаты, вы еще свежи в памяти, да, все ваши 11 лет учебы. Вы прекрасно помните, как вы учились, как давались вам оценки, как переживали вы и ваши родители за каждые успехи и ваши и неуспехи. Да? То есть вы еще пока помните, и все это хорошо в памяти у вас отражено. Что я хочу вам предложить? Я хочу вам предложить забыть свои школьные комплексы. Это, конечно, будет непросто, но сейчас у вас есть шанс стать другим, стать таким, каким вы мечтали быть, реализовать все свои мечты и все свои желания. Хочу вам сказать, что никто в ВУЗе не знает, каким вы были раньше. У вас сейчас появился шанс изменить свою жизнь. Когда-то вы боялись выступать, когда-то вам очень хотелось выступить, вам не дали такого шанса. Когда-то вы мечтали быть артистом, выступать на сцене, не получилось. Вы очень хотели петь, не сложилось. Вы хотели считать и быть успешным на уроках. Ну, как-то так получилось, что чего-то всегда не хватало для полного успеха. Так вот сейчас у вас есть реальный шанс начать использовать, стать другим человеком. И я хочу вам порекомендовать, разрешите себе быть другим, быть таким, каким вы хотели, быть таким, каким вы мечтали. Сейчас у вас есть все шансы для этого. А ВУЗ – это, конечно, не школа, это совсем другая жизнь, и все в институте будет по-другому. Поэтому очень важно вам с самого первого дня научиться нести ответственность за все самому. Поэтому очень важно с первых дней учебы научиться распределять свое время, научиться планировать, ставить цели, достигать цели, распределять свои обязанности. Когда мы начинаем учиться в институте, очень многие студенты с этим сталкиваются, появляется много свободного времени. Ну вот казалось бы, и пар много, и дополнительная жизнь еще после института есть, и все равно есть время. А вот когда приходит этап сессии, оказывается, что времени не хватает. Не успеваешь выполнить какой-то реферат, сдать какой-то проект, выполнить какую-то работу, написать дополнительные задания. На все времени не хватило. И все это связано только с одним – с неумением распределять свое время. Не секрет, что многие люди не понимают время. Они либо опаздывают, либо приходят раньше. Очень сложно понять, что значит 15 минут, что такое час времени. Сложно определить это для себя. Так вот, для того, чтобы, если вы не можете прочувствовать время, есть прекрасная рекомендация, да? Вы можете время увидеть.
А увидеть его можно просто. Обычные часы вам здесь не помогут, потому что вы их видите каждый раз, и для вас это чаще всего являются просто какие-то цифры. Да? Время лучше всего видеть в виде песочных часов. Это как раз та самая технология, которая позволяет вам четко понимать, что такое 15 минут и как быстро эти 15 минут проходят. Это технология, которая позволяет вам четко понимать 20, 30, 40 минут, как долго идет час и что в этот час можно успеть сделать. И что этот час состоит из определенного количества элементов, да, вот тех самых песочных поворотов, которые... Вы видите, вы чувствуете время, вы фактически держите его в руках. И используя эту технологию, вы сможете в полном объеме и полноценно, да, начать управлять своим временем, начать управлять своей деятельностью. Очень вам советую в самом начале учебы, ну не то, что не запускать учебу, это, наверное, и неправильно говорить сейчас, а просто планомерно и целенаправленно учиться. Это займет не так много времени, на самом деле, вашего в течение дня, но, по крайней мере, у вас не останется каких-то сложных дел, которые в конце учебного семестра решить бывает очень сложно. Вы сознательно не будете формировать себе какую-то проблему. Для того, чтобы решать дела, для того, чтобы вы были успешны в выполнении своих определенных обязанностей, очень рекомендую вам ежедневно все сложные, крупные, большие, неприятные, неинтересные дела выполнять в течение сразу. Вот прям вот как только это дело появилось, рекомендую сразу его решать. Чем дальше вы его отодвигаете, тем дольше идет ваше время, тем больше проблем у вас появляется, и тем сложнее потом решить данную проблему. Поэтому, как только возникает какая-то сложность, решайте ее здесь и сейчас. И самое главное, не бойтесь говорить о возникших проблемах, потому что наверняка рядом с вами окажутся люди, которые знают, как ее решать. Окажутся те, кто поможет вам разрешить эту сложную, большую, непонятную, неприятную какую-то вещь. И оказывается, что она не такая уж и сложная, и не такая уж и неприятная, и быстро решаемая, и быстро забываемая, что самое главное. Поэтому постарайтесь не оттягивать на потом. Это у многих заложено, да, потом решу, потом как-нибудь придет, завтра об этом подумаю. Завтра вы об этом подумаете, а послезавтра эту проблему можно уже не решить. Она оказывается нерешаемой. Поэтому постарайтесь решать все максимально быстро, в сжатые сроки, для того, чтобы не затягивать и не создавать себе дополнительный эмоциональный стресс. Конечно, наверное, это неправильно говорить в студенчестве, но это очень правильно для планирования вашей дальнейшей деятельности говорить о соблюдении определенных ритмических жизненных таких интервалов. Я говорю сейчас про режим дня. Да? Соблюдая режим дня, соблюдая определенные ритмические такие переходы сна и бодрствования, определенных видов деятельности, все это поможет вам полноценно включаться в ту или иную деятельность, полноценно проживать каждый день. Ну и, конечно, очень важно вот в этом аспекте не забывать про планирование. Сначала вам будет казаться, что у вас много задач вокруг. Потом вдруг эти задачи постепенно начинают куда-то уходить. Оказывается, они не решились, просто вы про них стали забывать. Да, и вы куда-то не успели, про что-то вы забыли, где-то вы что-то не подготовили. Вот для того, чтобы не было этой ситуации, очень полезно каждую свою задачу писать. Либо в электронном, да, планинге, либо в бумажном, но в любом случае – мысль, которая записана, она обязательно реализуется. Поэтому не забывайте фиксировать все те задачи и дела, которые вы планируете на текущий день выполнить. И тем самым вы намного облегчите свое учебное время, освободите день от каких-то ненужных вам функций и более полноценно и качественно сможете прожить каждый день в студенческой жизни. Очень важно для студента, вообще студенческая жизнь – это не только учеба, да, это в большей степени общение. Вы приходите в институт, где
много людей из разных городов, да, из разных школ, с разным опытом, с разными знаниями. У вас появляется шанс познакомиться и расширить круг своих интересов. Поэтому не бойтесь знакомиться, не бойтесь общаться. Ищите единомышленников. Это люди, которые в дальнейшем могут чем-то вам помочь. Люди, которые в дальнейшем смогут вам вы можете обмениваться определенной информацией. Это люди, с которыми вам будет интересно, насыщенно и качественно существовать несколько лет в ВУЗе. Для того, чтобы, конечно, многие люди боятся общаться, да, есть какой-то страх общения, который возникает. А вдруг меня не услышат, вдруг меня не поймут. Может быть, это неправильно подходить первым и общаться. От этого возникает очень много проблем. Давайте преодолевать свой страх общения. Давайте попробуем, да, быть доброжелательными. Давайте попробуем использовать улыбку, когда вы общаетесь с незнакомыми людьми. Давайте попробуем использовать активные техники общения, когда вы не просто слушайте своего, не просто говорите что-то своему собеседнику, а вы слышите своего собеседника, отвечаете на его вопросы, интересуетесь его жизнью, проявляете эмпатию. И все эти качества помогут вам успешно выстроить процесс общения, помогут вам найти людей, с которыми вам будет интересно общаться, помогут вам привлечь людей к вам, заинтересовать вами, да, и вы сможете качественно и активно существовать в студенческой жизни. Не бойтесь быть активным. Не бойтесь. Это самовыражение, которое поможет вам в дальнейшем качественно улучшить свою жизнь. И вот эта активность, она проявляется не только в общении у студента. Эта активность проявляется и в активной жизненной социальной позиции. Очень рекомендую вам, пока вы находитесь в ВУЗе, у вас потом не будет такого второго шанса на самом-то деле, ведите активную социальную жизнь. Это очень интересно, это очень весело, это настолько завораживает, захватывает и затягивает, что вы сами не заметите, как начинаете меняться, как становитесь человеком, которому интересно. А интерес является самым главным таким двигателем, да, в развитии творчества, креативности, в развитии, в желании учиться, узнавать что-то новое, да, делать какие-то открытия. Поэтому интерес социальный вы можете всегда перенести на интерес научный. Он в дальнейшем перерастет. Но для того, чтобы он стал научным, нужно формировать вот это сообщество. Сообщество студентов, которые активны, которые жизнерадостны, которые готовы совершать какие-то поступки. Очень важно, что при вот этой активной социальной жизни. У вас всегда есть много выбора. Да? У нас в ВУЗе большой выбор для активной социальной позиции. У вас при этом всегда есть выбор. Что я хочу попробовать? Вот как раз здесь у вас есть шанс забыть про то, что мы сейчас с вами говорили, про наши школьные комплексы. Именно в активной социальной жизни вы можете попробовать то, что вы, о чем вы мечтали, то, что вы хотели, да, и у вас не получалось, или то, что казалось, что ну, это точно для меня, у меня это не получится. Ну почему? А для кого? Попробуйте, и у вас все получится. Поэтому не бойтесь записываться на всевозможные курсы, не бойтесь посещать всевозможные тренинги, занятия, да, и какие-то активные мероприятия. Включайтесь в волонтерскую деятельность. Это все обогащает, и это все, безусловно, позволяет вам с наименьшими эмоциональными потерями включиться в студенчество. Для многих студентов, особенно первокурсников, очень важной является проблема одиночества. Это та самая проблема, о которой говорят практически, ну, большая часть вновь поступивших абитуриентов. Всегда об этом говорят. Я боюсь остаться один. Я боюсь учиться, я не знаю, как здесь строятся отношения, я не знаю, чему я здесь научусь, какие люди будут меня окружать, с кем я буду жить в общежитии. И это естественный страх, потому что вы меняете круг своего общения.
Вы уходите от своих привычных одноклассников, таких близких, да, которые становятся вот такими уже далекими. У вас меняются учителя. Вы знали, что ожидать от каждого учителя. Теперь вы приходите в состояние неопределенности. Мы не знаем, да, кто у вас будет вести какой предмет и как выстроятся ваши отношения. И, конечно, у многих из вас далеко родители. Да? Вы приезжаете из другого города, вы будете жить в общежитии или на съемной квартире. И, конечно, обусловлен страх одиночества. Но я вам хочу сказать, что если вы живете активной социальной жизнью в ВУЗе, если вы не боитесь общаться, если вы хотите выстраивать отношения, то страх одиночества — это не про вас. Вам просто не дадут шанса быть одиноким. Вы не сможете быть одним, потому что вы все время будете в центре событий, в центре студенческой жизни, каких-то изменений, преобразований. Да, у нас есть не только социальные, но и научные проекты, научные различные конференции. Вы всегда можете сюда включаться, здесь участвовать и тем самым обогащать себя, свои, прежде всего, профессиональные, да, приобретаем профессиональный опыт, но при этом вы не чувствуете себя каким-то брошенным и одиноким. При этом сразу вам хочу сказать, что, конечно, еще раз повторю, да, что ВУЗ — это не школа. Здесь нет вот той системы, когда звонят родителям, да, когда вас ищет учитель, когда у вас четко фиксированное время присутствия, вы никуда не можете уйти. В ВУЗе есть свобода. И вот самое главное, правильно этой свободой распорядиться. Свобода — это не бездельничество. Свобода — это дело. Это дело вашей жизни. Вы выбрали профессию. И у вас теперь есть свобода выбора знаний в профессии. Вы всегда можете совершенствовать имеющиеся знания. Вы всегда можете пойти на дополнительные курсы. Вы всегда можете пойти на какие-то онлайн-мероприятия, включиться для того, чтобы обогатить себя знаниями выбранной вами профессии, для того, чтобы обогатить свой социальный опыт, для того, чтобы обогатить себя и вырасти за этот период обучения в ВУЗе, прежде всего по отношению к самому себе. Для того, чтобы, собственно, учеба в институте не стала для вас стрессом, я вам рекомендую несколько простых правил. Первый и очень важный момент здесь. Постарайтесь выяснить, в каком корпусе вы будете учиться. Это очень важно. Здание университета, университет у нас большой, у нас много зданий. Территориально мы занимаем всю Москву. Поэтому я вам очень рекомендую заранее уточнить место вашей учебы, рассчитать время, сколько вам требуется для того, чтобы добраться до вашего корпуса учебного. Потому что если вы очень хорошо распланируете свое время, то вы не будете нервничать из-за того, что вы опаздываете, снижаете впечатление, что будете переживать из-за того, что скажет преподаватель, когда вы зайдете опоздавшим, да, в класс, в группу. Поэтому вот чтобы не было этих дополнительных волнений, дополнительных стрессовых переживаний, очень просто, да, заранее считаем время, заранее планируем свои маршруты. До любого корпуса можно добраться всегда несколькими маршрутами. Посмотрите, какой ближе, какой дальше, какой удобней, какой менее для вас удобный. Да? То есть у вас всегда есть возможность сейчас попробовать поиграть вот этим вот расстоянием. Кроме этого, учеба в институте – это всегда другое расписание, не такое, как в школе. Расписание кардинально отличается. Особенности расписания вам, конечно, расскажут в вашем конкретном институте. Просто если вы заранее познакомитесь со своим расписанием, и если вы заранее будете знать аудитории, в которой вы занимаетесь, заранее будете знать предметы, по которым у вас планируется на сессии зачет и экзамен, вы сможете грамотно распределить свои ресурсы, грамотно распределить свое время
и каким-то предметам, да, уделить больше внимания, потому что этот предмет закончится, и больше он не повторится, и вы сейчас сдаете экзамен по нему. На какой-то предмет вам, может быть, нужно приложить меньше усилий, потому что он будет продолжаться еще некоторый период времени. Но это не значит, что не надо вообще его изучать. Да? То есть мы его изучаем, просто мы распределяем ресурс так, чтобы это было эффективно, качественно и менее энергозатратно. И, конечно, очень важно при учебе знать, с кем вы учитесь, знать вашу администрацию. Поэтому я очень вам рекомендую с первого дня учебы запомните имена ваших одногруппников и ваших преподавателей. Это очень облегчает процесс взаимодействия и ваше обучение в ВУЗе. И последний момент, о котором я хочу сказать. У вас сейчас есть шанс начать строить свою профессиональную карьеру. Вы выбрали профессию, вы определились с этой профессией, вы знаете, кем вы хотите быть. Поэтому обучение в ВУЗе – это не просто прием знаний, это не просто цель получения диплома. Вы с первого дня обучения в ВУЗе как бы находитесь на первой ступеньке своей карьерной лестницы. Поэтому для того, чтобы ваша карьера была успешна, я вам очень рекомендую. Давайте начнем с первого дня формировать свое профессиональное портфолио. Это не сложно, это не трудно, это не занимает много времени. Но это то, про что вы через 5 лет можете что-то забыть, что-то вы не вспомните. Но это тот ресурс, который дает вам возможность реализоваться в профессии, который вам дает возможность быть выбранным из множества кандидатов. Поэтому, конечно, формирование профессионального портфолио – это важный момент. Что здесь необходимо учитывать? То, что вы ходите на какие-то научные конференции, то, что вы участвуете в каких-то мастер-классах, вы можете участвовать в различных видах активности студенческих. Да, это все является плюсом в вашу профессиональную копилку. Важным моментом для формирования профессиональной карьеры является формирование, так скажем, корпоративной культуры. Того, что требуют сейчас очень многие организации. И у вас есть очень хороший шанс сейчас начать формировать в себе вот эту корпоративную культуру. И вы можете начать это элементарно, с очень простой вещи, с нашей корпоративной почты, которую вы получите, которую я вам очень рекомендую активно пользоваться. И сейчас, в данном моменте, ваши личные почты, они являются вашим средством взаимодействия вне вуза. Вот если вы начнете использовать корпоративные адреса, корпоративные, вы сформируете у себя ту самую корпоративную культуру. Вам не захочется потом смешивать рабочие и личные моменты. Именно вот из этих простых вещей начинается четкое распределение, да, своих профессиональных и личностных обязанностей. Сейчас, придя в институт, с первого дня в институте, вы начинаете формировать свое профессиональное сообщество. Ваши одногруппники, с которыми вы будете вместе учиться несколько лет, сейчас для вас являются просто, да, вот группой, людьми, которые так же, как и вы, закончили школу, пришли в профессию и пытаются освоить эту профессию. Но это только сейчас. Через несколько лет ваши одногруппники станут вашим профессиональным сообществом. Поэтому очень важно именно в ВУЗе выстраивать отношения, выстраивать профессиональные связи, формировать круг сообщества. Потому что, ну так скажем, нетворкинг очень упрощает жизнь в будущем. Это основные рекомендации, которые я хотела бы вам предложить для того, чтобы вам было легче адаптироваться в условиях университета. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успеха в освоении профессии. Будьте счастливы. Всего вам самого доброго.